Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас тест еще одной донатной, ну условно донатной бета-розы. Ее можно и без донату собрать, но это очень долго и печально. В общем, у нас будет сегодня топовая, скажем так, сборочка. Будем тестировать ее с SO. Где там наша роза? Вот она. Ну, на ней там разброс стоит. Я когда-то так выбил. 8, 8, 8. 9, 9 я качать не буду. 10, 10, 8, 8. Без аугментации. Все как обычно. Поехали тестить. Поехали на наш второй аккаунт. Так, сейчас я перенесу себя. Открою экран. Отлично. Поехали на второй наш аккаунт. Десяточка. Тоже топовый ваг, на котором есть, ну, практически все герои, кроме двух. Ну, скоро они здесь тоже, думаю, будут. Это Разруха и Зефирка. Так, поехали. Сердцеедка. Рино. Тоже с топовыми талантами. СО. То есть они где-то плюс-минус одинаково должны все держаться. ПБшка и рогаточка. Поехали. Еще какие-то плюхи есть. Роза себя исцеляет, бьет процентуально, поэтому я думаю, ну, сердцеедка не дает ей зарядиться, но все равно слилась. Бьет сначала таблетку, теперь Рину. Смотрим. Наносит она урон Рину намного больше, чем он себя хилит, в два раза причем. То есть процентуально, когда она бьет, видите, она постепенно его сносит, и у Рину даже вариантов нет с топовым дефом. То же самое, мне кажется, будет сейчас с Бигфутом, хотя Бигфут будет ее морозить. Но я думаю, это тоже не особо будет спасать, хотя посмотрим, как оно будет. У Бигфута вообще отхил зависит только от входящего урона. Так. Вот он заморозил, но он себя не хилит. В чем разница между ним? Да его даже быстрее разберет она. Вот так вот. А вот сейчас, кстати, интересно будет посмотреть ПБшка против Розы. Он процентуально бьет, и она. Но она отхиливается. Ну. Жесть. Не, ради этого надо. Надо еще разок зайти просто, чтобы она была не заряжена. Мне кажется, если бы она была не заряжена сейчас, он бы ее ушатал. Посмотрите, что делается. Два одинаковых героя процентуальника. Ебой, ПБшка за ушатал, ребят. ПБшка ушатал. Вот что значит процентуальный урон. Даже ее отхил ее, по сути, не спас. Так, вот тут, кстати, тоже интересно будет посмотреть. Здесь есть отражалка. И окаменение. Но это не спасает. Видите, только процентуальный урон. Ну, пока держится. Посмотрим сейчас, что будет. Отхилилась на фул. Ну и рогатка хилится, в принципе, с приспешниками. Интересно, интересно. Башка, конечно, красавчик. Ну и рогатка, смотрите, не сдается. Роза ушатать рогатку не может. Не, вот пошло, и опять фул отхил от рогатки. Супер. Окаменение тем временем отхил. Мне кажется, Роза должна ушатать рогатку. Да. Постепенно, постепенно рогатка тоже проседает с отражалками. Я думал, что рогатка с отражалкой, в принципе, тоже может составить
Конкуренцию нет, смотрите, держится еще. Еще пока держится. Интересный бой, я вам скажу. Интересно, кто кого. Опять фулл отхил. Неужто вечный бой будет? Смотрите, опять фулл отхил. Да это жесть полная. Не может она убить рогатку. Это радует. Не все так плохо у рогатки, скажем так. Супер. Ну что тут сказать? Сами все видите. Не все так печально еще у героев, как казалось. Все-таки могут противостоять рогатки. И ПБшка тот же самый, и этот. А Бигфут и Рину пока не тащат. Опять фулотхил. Ладно, поехали дальше. В общем, пока ПБшка убил, а рогатка не убивает, но отлично держит урон. Поехали, следующие герои. Вольт. Анубис. Некрас. Ворожей. Афина. Я думаю, эту пятерку должна без проблем осилить. Вот смотрите, ослепление пошло, и она миссает скиллом, но он ее не пробьет никак. Столько дефа, плюс отхил, нереально просто, просто нереально. Стала очередь Анубиса. Вот универсальность данного героя в том, что процентуальный урон, куча иммунитетов, отхил, ну то есть что еще надо. Вот реально очень круто, зональная атака, очень круто смотрится Роза. Она сейчас, мне кажется, их всех перешитает. Пошла разбираться с одним, потом вернулась обратно, не добила. Сейчас она и Некроса, мне кажется, таким образом ушатает. Сейчас точно уже с Некросом будет разборки вести. А Анубис тоже, в принципе, процентуально шатает. Так, смотрим. Смотрим на Некроса. 17к он себе отхиливает с атаки по ней. Но она его будет, мне кажется, разбирать постепенно. Чем больше жизни, тем больше ее процентуальный урон будет. Поэтому, скажем так, тут без вариантов. Там даже Анубису перепадает немножко. Давай уже добивай его. Ну, видите, немножко неуязвимость еще спасает. Настало время Анубиса бедного. Так, интересно, побежали к ворожею. 20... Ай-яй-яй, еще Анубиса будет бить один раз.
Я уже думал, она сейчас еще ворожея успеет убить и до Афинки доберется. Но, наверное, к сожалению, нет. 12 секунд на ворожее. Ну, ворожея от хила, по сути, тоже не хватит. А может и хватит, сейчас посмотрим. Давайте начнем с Афины. Ну, Афина даже своим уроном просто с СО не справилась. Так, теперь смотрим на ворожея. Ну, входящий урон 37. От хил-то больше ворожея, она тоже не может убить. Вот так вот, ребятушки. Ворожей себя отхиливает. Ну, посмотрим сейчас по времени, как дальше будет. Но вроде как бы хилит себя на фул. Да, она его вряд ли снесет. Не хватит даже 3 минут, он себя будет отхиливать все время. Точно такой же случай, как и с рогаткой. Окей, поехали следующих героев тестить. Дальше будет интересней. Дальше у нас будет вот так. Махатмушка, которая хилит себя неплохо. Бугиман, я не знаю, вряд ли он. Да, он классно дамажит, но вряд ли он ее убьет. Кстати, надо будет Розу потестить. Попробуем Розу против Розы с Бастом. А, тут у нас рвение на урон. Немножко урон и деф. Тоже интересный вариант. Ну, он как раз сейчас, мне кажется, должен разобрать. Но это не точно. Когда мы атаковали, нефиг делать. Разбирал. Но там был с Бастом. А тут как раз с СО. И он ее не разбирает. С Бастом все-таки поярче будет. Они друг друга, наверное, не убьют, скорее всего. Странно. Вечный бой. А с Бастом немножко атаки уже проседала. Интересно на Махатму посмотреть. Махатма, кстати, может не дать ей зарядиться, но это все равно пофиг. И Роза, посмотрите, Роза процентуально Махатму ударить не может. Не может просто включиться, то есть Махатма реально не дает включиться. Прикольненько. Даже доли шанса не дает. Без варианта вообще. Жесть. Даже не из-за того, что, а вот просто, да, мне кажется, даже если она, давайте еще разок тест, если бы она включилась, видите, плохой набор энергии и все, Махатма просто не дает ей включиться. Бугимана она разберет, мне кажется, без вариантов. Процентуальный урон. Гиман ее не пробьет. У нее не пробивает. Даже смысла нету тестить. А вот с Лазулей может быть интересно. Он ее будет замораживать. Но урона ему вряд ли хватит. У нее, посмотрите, 6500 пробивает. Она его постепенно тоже разберет.
Ну и космо, я думаю, тоже не пробьет. Хоть он будет парализовать, это будет то же самое, что и с Огником. Огник вроде, казалось бы, должен тащить, но, к сожалению, не тащит. Своего рода Роза очень универсальный герой, но, как видите, против некоторых она тащить не сможет, потому что не хватает урона. Но мы сейчас дойдем до Розы с рвением, посмотрим, какая же все-таки круче. Кто сможет кого ушатать первым? Тут больше жизни и деф, там больше атаки и деф. Космо можно говорить до свидания просто. Так, окей. Поехали сюда. Ставим такую розу 8-9. Пробуем Фрею. Против Асуры, кстати, будет тоже довольно-таки интересно, если он не даст ей включиться, что же будет. У него отхила нет. Землеройка, который реально удивляет. А тут мы поставим Рона. У нас останется там стрелок еще. Какие герои. Поехали. Роза против Розы, ребят. Кто кого? Интересно. Неужто вечный бой? Мне кажется, или все-таки действительно Роза больше проседает. Странно. У нее жизни просто меньше получается. Но все равно как-то странно. Ну, как видите, урон ей, по сути, ничего особо, никакой привилегии не дает. Это просто больше проседает с рвением, но ничего не меняется. Друг друга они убить не могут. Все равно идет отхил на фул. Поехали дальше. Фрея. Что сможет Фрея сделать? Мне кажется, у Фреи вариантов тоже не особо много. Отхила тут больше, чем Фрея. Вот вам явный пример. А ну-ка, Асура. О, Асура, конечно, отражает классно. Вот сейчас он не дает ей заряжаться, но она его постепенно ушатает из-за того, что у него нету отхила. У нее отхил все равно даже не при заряженном скеле будет. То есть она себя через некоторый период просто отхиливает. В этом ее фишка. Даже если она будет не заряжена, она точно так же может разобрать стрелка. То есть отхил здесь не зависит от скилла, как видите, набор энергии идет. Она его просто сливает, скажем так, да, она не набирает энергию. Вот интересно будет против землеройки посмотреть. То же самый вариант будет. Кому она сейчас интересно побежит? I can't.
Она, конечно, тут бежит заряженная уже. Интересно, интересно. Сейчас мы попробуем, наверное, напасть все-таки пуловой. Смотрите, он не дает ей включиться и постепенно ее подбирает. Неужто землеройка опять будет топовым? Блин, землеройка реально удивляет. Посмотрите, что он делает. Он ее разбирает. Жесть. Он блокирует ее умение, просто обычными ударами разбирает. Он уже ей снес половину практически. Она все время под молчанкой. Даже отхил там, который у нее есть, не спасает. Он все равно быстрее. Вот половина, а у нее уже осталось 2 кубика. Обалдеть. Вот вам, ребятушки, землеройка. Ну, интересно, что на выходе будет. Кто кого? У нее все-таки есть отхил хоть какой-то там. Странный у него, у нее, кстати, отхил. Но... Так, 2 на 1. Ну, кто кого? Вот это заруба. Это реально заруба. Землеройка вин просто. Красавчик. Обалдеть. Неожиданно. Просто неожиданно. Посмотрите, что здесь происходит. Здесь просто процентуально получается на огненке роза практически слилась. Жесть. Пробуем еще разок. Посмотрите, как на хроне она сливается. Плюс у хрона еще дополнительно бьет этот, но первый заход реально она фактически слилась. Чуть-чуть ее спасает от хил. Офигеть. Ну, поехали дальше тестить. Последний наш заходик. Давайте уже так всех выкинем, кто там у нас кого нету. Стрелок. Кого мы там еще? Исвалина, по-моему, да? Вот Исвалин. А, нет, здесь еще командора. Ну, блин, конечно, некоторые герои очень удивляют. Давайте против стрелка. Смотрите, как Седна на стрелка кинула сейчас атаку. Роза не заряжается. Но Седна у нас отхил дает. Что тут будет ничья? Тогда значит попробуем. Давайте тогда обратно вернемся, уберем. Попробую напасть на Седну изначально.
Может получится у нас зарядиться. И мы ее сольем. Да, мы ее сольем. Дальше мы пойдем на стрелка. Или не пойдем. Не, все-таки Седнушка себя отхиливает. Не, так нечестно. Так нечестно, поехали сюда. Убираем пока Седну. Потом ее в конце затестим. Поехали на стрелка. Так, ну тут она включилась. Ну, стрелка нету от хила. То же самое будет, как с кем-то. С Асурой. Она не будет заряжаться. Но она все равно убьет процентуально. Либо так добьет. Одно из двух. Хотя орнитоптеры тоже, как видите, заряжают, подзаряжают. И будет шанс того, что она по чуть-чуть дойдет и зарядится. Ну вот и все. Так, смотрим свален. Со сваленом, мне кажется, тоже будет вечный бой. Потому что свален себя подхиливает. Плюс у него ожог, она по нему попадать не будет. Плюс он наносит окаменение. То есть тут вариант вечного боя обеспечен. Однозначно. А вот Командора, интересно, будет посмотреть, так как она будет. Так, 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 ну-ка, ну-ка, ну-ка. Надо убрать стрелка. Смотрите, что происходит. Обалдеть. Ну, конечно, чуть-чуть не хватает, но практически. Так, ну, остался у нас один герой недотестированный. Это Седнушка. Что я могу сказать? Роза, конечно, классный герой, имбовый, но, как видите, в некоторых ситуациях, если она не заряжается, она ничего сделать, по сути, не может. Ну, тут она вроде и тащит. Седный отхил меньше, конечно. Тут, видите, по 40 тысяч она забирает, то есть вот так вот разбирает она нее. В принципе, все, пишите комменты, ставьте лайки, какого героя вы хотите увидеть, но землеройка пока меня реально удивляет. Больше всех тем, как он блокирует просто героев, и они ничего сделать не могут. Это просто нечто. Все, всем удачи, всем пока.